Всем привет из Вятки! На улице 30-градусная жара и самое время освежиться. Ну и как раз мы проверим GoFind 40 в деле. Искупались, освежились, ну теперь самое время поискать. Мы находимся на небольшой заводи реки Вятки. И здесь, судя по всему, любят отдыхать рыбаки. Давайте посмотрим, что мы здесь можем найти. Просто уберем из поиска первый сегмент, чтобы копать только цветные объекты. Кусочек фольги. Функционал металлоискателя позволяет отсечь даже фольгу, но мы этого делать не будем, так как, возможно, пропустим изделие из золота. Это проволока. Алюминиевая проволока. Ну что же, место здесь очень замусоренное. И давайте попробуем найти более перспективное место. Поехали! GoFind – это самый компактный и многофункциональный прибор. И вот где сказывается компактность металлодетектора MineLab GoFind 40. Чтобы начать работать, не нужно ничего прикручивать, разложил и пошел искать. Ну что ж, давайте попробуем поискать. На этом месте должно попадаться много современных монет, поэтому настройки прибора оставим все металлы, чувствительность на максимальную. Крышка от консервной банки. Современные 10 рублей. Большинство современных монет сделаны из черного металла, но со специальным покрытием. Поэтому мы ходим на всех металлах, чтобы не пропустить вот такие находки. Вообще, все это пляж. Но из-за дождей Вятка разлилась, и он сейчас находится под водой. Поэтому здесь, в принципе, делать нам нечего. Будем собираться обратно. Ну, скорее всего, пробка, но напоследок копнем. Оба! А это не пробка. Монета 5 копеек 1931 года. Хорошо, что у GoFind водонепроницаемая катушка. Так бы ушли с пустыми руками. При работе с металлоискателем на пляже убедитесь, что песок не набился в зажимы и салазки. Обязательно перед тем, как собрать прибор, промойте его, и тогда он вам прослужит еще долгие годы. Приборы линейки GoFind – самые скандальные приборы. Прошли путь от полного неприятия. Конечно же, не без поддержки фирм-конкурентов, до многотысячных продаж.